Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшнее видео исключительно для женщин. И я хочу вам показать свои последние приобретения. Обновочки на лето. Начну с обуви. Сразу скажу, что обе пары обуви из натуральной кожи. Туфли пудрового цвета. На спокойном каблуке, мягкие и удобные. От немецкой компании Ausgut. А немцы, как известно, отличаются педантичностью и повышенными требованиями практичности. Сейчас покажу поближе. 37 размер. Внутри тоже натуральная кожа. Вот такие симпатяшки. Вторая пара обуви от торговой марки Elegance. Эта обувь настолько мягкая, что кажется, будто нога в домашней обуви. Сзади на молнии. Кожа внутри тоже натуральная. Мягкая, эластичная. Смотрите, как она тянется. Ну, просто рай для ног. Эта пара обуви подходит под мою старую, но от этого не менее любимую итальянскую сумочку. Тоже из натуральной кожи. Перфорация на сумке и обуви поддерживают друг друга и хорошо гармонируют. Хотя совершенно не обязательно, чтобы обувь и сумка были одного цвета. А под пудровые туфельки, да и не только под них, приобрела такую сумку. Тоже из натуральной кожи. Очень аккуратно сделана. Внутри она выглядит так. Ремень не длинный такой, на цепочке. Кстати говоря, повесить на плечо тоже этой длины хватает. И еще в комплекте идет длинный ремень. Закрывается она вот здесь вот на магнит. Вот здесь видно, что это натуральная кожа. Сумка китайская, но очень качественная. Можно немного и попридумывать с этой сумкой. Например, вот сюда на магнит прикрепить брошь. Естественно, сняв иголку, и она очень крепко держится.